класичне богослов'я у щоденному житті. У бесідах і міркуванні про віру поєднуємо теорії і ділимо на досвід. Світле радіо «Еммануїл» шукає вичерпні відповіді на кожне питання у циклі «Богословські бесіди» зі світлими гостями. Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, у програмі «Богословські бесіди». Сьогодні учасник «Богословських бесід» Райченець Федор Федорович, декан магістерської програми про трансформуючому лідерству і викладач богословських дисциплін Української Іванівської теологічної семінарії. Федор Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем рассматривать такую тему, как церковь и общество. Да? Угу. Мы живем сегодня в интересное время, трудное время, и как же церкви сегодня себя вести? Вот так. Да, спасибо. Действительно, время трудное, интересное, вызывающее. Я думаю, что церкви надо бы себя вести так, как ее Господь ей повелел. И я бы хотел просто напомнить, что церковь призвана быть миротворцем во время такое, в которое мы с вами оказались. И интересно, что это время абсолютно неудивительно для тех, кто читает Писание, потому что в Писании написано в одном из поучений нашего Господа о последних временах, что мне нравится, как это переводит современный перевод, что будете слышать. В синодальном переводе сказано о военных слухах, а в новом переводе сказано, что будете слышать о войнах дальних и войнах близких. То есть мы раньше слышали о войнах дальних, а сегодня наши новости, наши СМИ переполнены новостями, информацией о войнах ближних. То есть войны подступили на наши границы, и существенно риторика христиан, риторика церкви, через свои проповеди, через свои публичные заявления, она изменилась. Если речь шла когда-то о дальних войнах, то мы все учили других, как надо себя вести. Да. Когда мы оказались в подобной ситуации, то мы начали спорить друг с другом, как нам действительно надо себя вести в подобной ситуации. И, естественно, самые такие диалектически противоположные стороны сегодня, это одни заявляют, что как себя вести, ну война же на нашей территории, надо брать оружие и воевать. Другие говорят, ну как же, есть же заповедь Божья, не убей, есть же призвание нашего Господа быть миротворцами в подобных ситуациях и так далее. Поэтому церковь сегодня не только церковь в общем, но и каждая церковь внутри себя ведет очень жаркие дебаты по поводу того, как себя вести. Впервые в наших церквях люди подходят к нам, ну, практически, может быть, не каждое воскресенье, но часто, особенно те, которые получают повестки, чтобы церковь их благословила. И они задают вопросы, надо ли им идти, можно ли брать оружие в руки, нужно ли воевать, или все-таки мы должны быть миротворцами, мы должны уклоняться от военной обязанности и так далее. И в таких случаях мне, как служителю церкви, часто приходится все-таки перекладывать ответственность за выбор на каждого человека. Потому что, когда я говорю, что не надо идти воевать, они мне сразу возражают, как же, а кто будет защищать? Когда я говорю, хорошо, мы помолимся, чтобы Бог вас хранил, но убивать же ж нельзя. И вот мы находимся вот постоянно в таких размышлениях, но я бы хотел сегодня нашу дискуссию направить в трех направлениях, чтобы мы все-таки разобрались в трех утверждениях Иисуса, которые сегодня церковь не может, ну, я сейчас буду говорить о церкви, которая мне знакома, я не хочу сейчас как бы проецировать свое обвинение в адрес всей церкви, но церковь, которая мне известна, мы не можем разобраться между тремя утверждениями. Первое, я уже сказал, что вы будете слышать о войнах дальних и ближних. Второе, это то, что мы должны быть миротворцы. И третье, утверждение Иисуса, которое находится как раз поучение о посланничестве, о миссионерском поучении, я не мир принес, но меч. Потому что многие, кто сегодня воинствующе настроен, они все-таки начинают апеллировать к этому третьему тексту. Поэтому надо как-то разобраться, как они относятся друг к другу, потому что я привел цитаты из одного и того же Евангелия,
И причем все эти три утверждения находятся в поучительных блоках. То есть это как раз те части Евангелия, где Иисус поучает нас. Угу. Поэтому начнем с последнего. Вот, Федор Федорович, да. Перед тем, как вы начнете, можно ли его спросить? То есть когда к вам подойдет человек, которому пришла повестка, который задаст вам реальный вопрос, на который он желает получить ответ. Вы ему объясните вот это, почему здесь так написано, почему здесь так, но выбор вы оставите за человеком, или все-таки вы ему подскажете, как правильно поступить, как Слово Божие говорит? Во-первых, я его спрошу, я не буду вдаваться в богословские дискуссии. Я не буду ему трактовать, как надо правильно понимать. Я спрошу его, как он чувствует внутренне, что он думает. Если он чувствует, что он должен быть там, то война – это не только фронт, война – это тыл. Мы должны это помнить. И на войне не только убивают, на войне спасают, на войне лечат, на войне ухаживают, на войне кормят, на войне сострадают, на войне находятся рядом с тем, кто страдает, и это присутствие очень важно. Поэтому война – это очень многогранное явление. Мы себе представляем обычно войну, как сразу надо брать оружие и убивать. Я знаю своих друзей, поскольку прожил много на Балканах, как раз во время Балканской недавней войны, 91-95 года. И я знаю, что многие люди пошли, потому что считали, что это их обязанность пойти на войну, но они не брали оружие. Угу. Они были в медчастях, они ухаживали за теми, кто воевал, и так далее. То есть здесь надо понимать, что мы можем пойти на войну, но не обязательно воевать. И вот эта поддержка тех, кто воюет, она не менее существенна, чем вести саму войну. Но я бы не исключал и тех, если кто-то считает, что он должен брать оружие, защищать свою родину, я бы его не переубеждал в другом. Потому что библейская картина войны гораздо сложнее, чем бы нам это хотелось. В прямому ефірі тривають богословські бесіди. Спільний проект «Світлого радіо» та Української євангельської теологічної семінарії. Федор Федорович, и давайте вот к тому моменту, где я вас перебила. Интересно, ваш взгляд на вот эти стихи, где говорится о правощике, да, подставлять, не подставлять, в каких случаях подставлять, в каких не подставлять, и вот о том, что мы говорили, что мы миротворцы, но в то же время Христос говорит, что я не мир принес. Вот, объясните, пожалуйста. Но я сначала сделаю такое утверждение, потом буду его объяснять. Мое прочтение этого текста абсолютно не в том, что мы должны унижаться перед врагом, а в том, что мы должны отстаивать собственное достоинство перед врагом. Сейчас объясню, что это значит. Во-первых, это утверждение Иисуса находится в контексте так называемого принципа талиона, или то, что мы знаем, око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь и так далее и тому подобное. И обычно это утверждение мы читаем как некое возмещение, вернее, как некая месть, да, потому что есть такие утверждения известного Махатмы Ганди, который говорил, что если мы не откажемся от этого принципа, то вскоре весь мир станет слепым и так далее и тому подобное. Но Иисус Христос здесь цитирует принцип, на котором строится весь ветхозаветний закон, а это принцип справедливого возмещения. Но Иисус Христос задает нам вопрос в Нагорной проповеди. Что, когда принцип справедливого возмещения в практической жизни не работает? И Он приводит нам четыре примера. Первый пример – это обратные щеки. Второй пример – это в суде. Если кто-то будет судиться с тобой, захочет отнять у тебя. И интересно, мы даже не замечаем, насколько здесь разные евангелисты по-разному цитируют этот текст. Лука говорит, что если кто-то будет судиться с тобой и отнимет у тебя верхнюю одежду, отдай рубашку. Матфей говорит, если кто-то будет судиться с тобой и захочет отнять у тебя рубашку, то ты отдай ему верхнюю одежду. Мы даже не замечаем вот эти нюансы, которые для разных Евангелий очень важны. Потому что в Луки цитируется закон, а в Матфея отображается реальность жизни, в которой живет Иисус Христос. Дальше говорится, что если кто-то принудит тебя или заставит тебя идти с ним одну милю, пойди с ним две. И четвертый пример в этом списке. Если кто-то хочет занять у тебя, то ты от него не отвращайся. Поэтому здесь есть разные примеры, как относиться к вопросам на злобу дня. Так вот, я возвращаюсь сейчас только к щеке. Когда Иисус Христос говорит, что если кто-то ударит тебя по правой щеке, например, в Луки, в том же, да,
сказано, что если кто-то ударит тебя вообще по щеке, Матфей уточняет, что это должна быть правая щека. То есть это некий жест публичного унижения и оскорбления. То есть речь не идет о том, чтобы нанести кому-то физическую боль. Речь идет о том, чтобы кого-то унизить, оскорбить. Потому что если бы речь шла о физической боли, то, наверное, я бы сказал, если кто-то тебя ударит кувалдой по голове, то если ты устоишь, то ты должен встать, подняться, я не знаю, поставить еще раз голову, да? Речь идет о том, что унижение, оскорбление, оно имеет особую силу, когда оно публично. То есть вы представьте себе, что если я хочу вас оскорбить и унизить, я это не сделаю в комнате, где никого нету. Мне захочется это сделать публично. Иисус Христос хочет нам заставить нас задуматься. Если кто-то тебя захочет унизить, вернее, унизить в тебе человеческое, как ты ответишь своему врагу, дабы сохранить свое человеческое, при этом не унизить человека в нем? Поэтому здесь хороший вопрос, здесь нет ответа. И каждый, почему? Потому что в каждой из наших ситуаций нас унижают по-разному. Поэтому Иисус Христос здесь не дает нам ответ, Он апеллирует к нашему творчеству, к нашему воображению. Как я буду себя вести в каждом конкретной ситуации, когда кто-то норовит меня унизить, оскорбить? Но я отвечу таким образом, что я сохраню собственное достоинство и не унижу достоинство врага. Вот в чем важное поучение этого отрывка. Поэтому здесь для христиан есть большая задача сегодня. Когда я иду по улице, и мне кто-то, простите, плюнул в спину, плюну ли я ему обратно, или я все ж таки буду выше всего этого? Я все ж таки творение Божье, я образ и подобие Божье. А одно из значений образа и подобия Божье – это творческий потенциал в каждом из нас. Я все ж таки найду в этой ситуации не только возможность отстоять собственное достоинство, но я не позволю себе спопугайничать в этой ситуации и унизить своего оскорбителя, но я достойно ему отвечу. И здесь самый важный психологический момент. Когда я так себя поведу, вполне возможно, что я выгляжу проигравшим в этой ситуации. Но вот что мы не знаем. Мы не знаем, что начинает происходить в голове этого человека. Мы абсолютно не можем даже предположить, что это наше поведение – когда мы не спопугайничали, а повели себя достойно по-человечески, начнет делать в жизни этого человека. И поверьте, если бы мы вернули ему тем же, скорее всего, конфликт бы эскалировался. Когда мы не повелись на провокацию и ответили ему неожиданно, да, мы можем оказаться проигравшими. Но уйдя оттуда, начинается самое интересное. Это то, что происходит в его голове и в его сердце. И это уже не наше дело. Это уже то, что мы оставляем Богу. Главное, что мы в этой ситуации поступили достойно. Вот мое прочтение этого текста. И этот текст читается в каждой отдельной ситуации по-своему. Это не повеление, это не заповедь, это, ну, я, простите за богословский, раз уж мы богословские беседы, это так называемая гибкая парадигма. Или это открытое повеление. То есть в каждой ситуации мы его истолковываем по-новому и ведем себя по-новому. Потому что не повторяется ситуация, где нас унижают и оскорбляют. Ну, если еще более простыми словами, то можно сказать, что я стою перед выбором. Вот я могу поступить либо по закону справедливости, опять же, вот к тому же примеру, то есть я тоже могу ему плюнуть не в спину, конечно, только, а в лицо. Конечно, конечно. Или же я могу поступить по закону любви. Абсолютно. Но если вы, ну, вашими словами, если вы поступаете по закону справедливости, то вы не поступаете по закону справедливости, вы поступаете по закону, он вам навязал правила игры просто. Вы даже не поступаете по закону справедливости, вы повелись. Вы спопугайничали его поведение. Здесь о справедливости, простите, но я даже не могу говорить. Богословські бесіди на Світлому радіо. Телефон діалогу 044 280 0305. Нашим радіослухачам я нагадаю, що сьогодні учасник богословських бесід – райчинець Федор Федорович. Федор Федорович, давайте ж вернемся уже к стиху по поводу «Не мир пришел я принести». Ну, вернемся сейчас. Давайте так.
вкратце повторю, чтобы, может, кто-то присоединился только сейчас, наши слушатели, чтобы они понимали, о чем мы вообще говорили. Мы говорили о том, что надо разобраться между этими тремя утверждениями. Вы будете слышать о войнах, как я процитировал новый перевод, дальних и близких. Сейчас мы слышим о близких войнах, это нас задевает лично. Это нас задевает лично еще и потому, что кто-то с наших знакомых, кто-то с наших близких, кто-то с наших собратьев верующих находится в зоне АТО, поэтому это уже вопрос для нас не абстрактный. Это не где-то далеко, это очень близко. Это вошло в наши семьи, в наши дворы, в наши церкви и так далее. Поэтому Иисус Христос говорит, что вот весь этот период между Его первым приходом и вторым приходом, это будет период войн, конфликтов, восстаний, ну и Он приводит разные стихийные катаклизмы и так далее. Но одно из них — это войны. Далее Он говорит, что миротворцы нужны не в мирное время. Миротворцы как раз-таки нужны там, где есть конфликт, где есть война. Но в каком смысле миротворцы? Мы обычно понятие «мир» читаем таким, простите, греческим пониманием, потому что в греческом понимании «мир» «эйрене», да, означает отсутствие плохих вещей. Еврейский «шалом» – это все-таки наличие хороших вещей. Поэтому быть миротворцем – это быть в плохой ситуации, но с хорошим посланием, с благим посланием. Поэтому я не вижу никакого противоречия. Я бы сказал так, что если мы прочитаем Матфея Евангелие сзади наперед, то сказал, что мы будем жить в мире, который будет разрываем конфликтами национальными и войнами, церковь все-таки призвана не идти в ногу с миром, а вот в этом мире предлагать альтернативу. Какую альтернативу? В мире войн быть миротворцем, быть носителем света, быть носителем мира, быть носителем иного качества жизни. То есть это когда вы живете в конфликте, но вы не ведомы конфликтом, вы не поглощены конфликтом, вы в среде конфликта предлагаете людям что-то иное, вы предлагаете иной взгляд. Это, я считаю, я убежден в этом, мы как христиане сегодня должны делать как церковь, как община, и каждый верующий. Потому что в общину мы приходим только в воскресенье, ну, может быть, еще на неделе, в среду или в пятницу, я не знаю уже, как там в церквях. Но основное свое время мы живем где? На работе, в семье, среди друзей. Вот носителями чего мы являемся там, когда мы находимся за стенами церкви? Мы живем эту альтернативную жизнь? Или мы поглощены конфликтами и войнами? И мы сегодня поддались искушению говорить в унисон с миром, вместо того, чтобы, ну, простите, где-то перечить миру. И говорить, мы не согласны с таким видением вещей. Мы не согласны, что мир смотрит, и мир считает, что сегодня побеждает сила, или сегодня побеждает сильный. Но все-таки, как Церковь Христова, должны сказать, что сегодня побеждает любовь, сегодня побеждает добро. Община призвана служить или прислуживать не великим, а служить малым, нуждающимся, тем, кто находится в потребности и так далее и тому подобное. Но теперь самое главное. Что имел в виду Иисус Христос, когда Он сказал, ну я все-таки не меч принес. Не мир. Да, вернее, не мир, а меч. Меч – это символ разделения. Интересно, что эту фразу Он произносит в контексте, когда два раза повторяет, что враги человеку домашние его. По большому счету Он говорит, что если вы в мире войны являетесь носителем мира, то это тоже влечет за собой конфликт. Как ваш внутренний конфликт, потому что мы сегодня раздираемы внутренним конфликтом. Мы когда смотрим телевидение, слушаем радио, то, что происходит на Востоке, нас раздирает изнутри. Мы понимаем, что мы должны что-то по этому поводу сделать. Но что мы должны по этому поводу сделать? Мы здесь чувствуем внутренний конфликт. Потом, как вы мне тоже сказали в начале нашего эфира, что потом люди между собой спорят по этому поводу. Что мы должны? Мы должны быть там? Или мы должны вообще бежать отсюда? Потому что многие сегодня христиане говорят, да, будущего в этой стране нету, надо отсюда, простите, валить. Делать ноги, да. Вот. А мне кажется, что все-таки мы должны оставаться в той ситуации, в которой, ну, Господь нам послал, но жить жизнь альтернативы. Не вестись на искушение, не поддаваться вот этому голосу мира. Мы должны сейчас всех поубивать, мы должны восстановить. А все-таки быть голосом любви, быть голосом мира. И как бы это страшно ни звучало к нашему врагу. Потому что когда Иисус Христос говорит «возлюби врага своего», простите,
Я не вижу никакой разницы между возлюби ближнего своего. Потому что самый потенциальный враг ваш – это ваш ближний. Это вот, знаете, если сделать соцопрос честный сами с собой, то таких людей, которые любят своего врага, раз-два и обчелся. Ну, потому что мы не совсем понимаем, что это значит. Я же сказал, что кто ваш потенциальный враг? Это тот, которого вы вчера страстно любили. Почему? Ну, потому что вы ему открылись. Вы ему душу вылили. А он взял и воспользовался этим против вас в самый неподходящий момент. Поэтому вы никого так страстно не будете ненавидеть, как того, кого вчера любили. Поэтому для меня враг – это не абстрактное понятие. Это не кто-то, живущий где-то далеко, может быть, даже с оружием в руках. Это тот, перед кем я открылся, а он взял и в самый неподходящий момент для меня, простите, не налил елей на душу, а плюнул мне в душу. Иисус Христос говорит, что вот этот враг, это не на границе с Луганском и Донецком сегодня стоит. Это тот, с которым мы, наверное, живем, работаем, разделяем площадь вместе. Это тот человек, который нас обижает, причем много раз, одинаково. Вот этого человека надо полюбить. Это не дается сразу. Мы хотели, чтобы мы завтра уже полюбили весь мир. Мы можем полюбить весь мир, а вот этого человека нам сложно будет полюбить. Но если Господь нам говорит многократно и многообразно, то тогда что мы требуем от человека, чтобы так за раз... Не, нельзя. За раз не получится. Это путь жизни, где надо просто, мне кажется, не искать виновных в своей жизни. Фёдор Фёдорович, давайте вот мы ответим человеку, который задал вопрос. Вот мы только что говорили о том, кто такой миротворец. Что это тот, который в определенных ситуациях, некрасивых, никогда мир... сложных. Да. Так вот, такой вопрос по поводу парадов и акций. Как они правильно вообще должны тогда звучать, вот эти лозунги? Не против гомосексуализма. Ну, это сейчас немножечко мы уходим в ту сторону. Да, но вот человек задал вопрос, давайте поможем. Не против гомосексуализма, не против абортов. Тогда надо это по-другому называть. За жизнь, за здоровый смех. Да. Ну, я думаю, что любые парады против. Это бесплатная реклама тем, против кого мы боремся. Поэтому мне кажется, что в контексте того, я не думал, что нас уведут в эту тему, но, видимо, это тоже сейчас в новостях беспокоит многих. Я думаю, что если мы хотим что-то предлагать этому миру качественно иное, то это должно быть не что-то против, а что-то за. То есть мы должны выступать, ну, в конкретном случае, за любовь, за здоровую семью, за какие-то ценности и так далее и тому подобное, но никак не против, потому что все, что ведет против, это, ну, я говорю, я уже сказал, что это просто бесплатная реклама тому, против чего мы яро выступаем. Добре. И тогда можно еще один вопрос? Конечно. Тоже не совсем в том русле. А как вы смотрите на то, что христиане лезут в шоу-бизнес, в разные проекты? Надо ли это? То есть нужно ли, я так понимаю, христианину стать известным для чего-то и для каких-то целей? Ну, тот, кто лезет, явно так считает, что ему это нужно. И, может быть, он считает, что это как-то поможет ему решить какие-то свои жизненные проблемы и так далее. Я думаю, что надо просто давать право людям ошибаться. Если кто-то считает, что вот в этом шоу он себя самореализует, потому что он себя не реализовал в каком-то другом месте, а, наверное, здесь бы многие сейчас выступили, но нам церковь не предоставила такую площадку, мы не нашли места самореализации, поэтому мы пошли туда, то пусть он туда идет. Но я бы сказал другое чуть-чуть. Если люди туда идут, то я бы надеялся, что они туда идут с миссией. И если они идут в шоу-бизнес, в шоу-мир, и будут там вот этим альтернативным присутствием, то я бы их только благословил на это. Ну, то есть, как бы, есть такое мнение, что вот для чего мне успех? Для того, чтобы передо мной открылась большая аудитория. Нормально. Да, да. Если это позволит достигать больших людей, если он в этом мире станет, ну, назовем его агентом влияния, да, то есть, ну, мне смешно иногда, когда кто-то успел в этом мире,
И он меня учит, как мне жить, понимаете? То есть я предпочитаю, когда меня учат уже седоглавые старики, которые прожили жизнь, которые увидели жизнь, которые испытали и одно, и другое, и они уже судят, оглядываясь на жизнь не с начала жизни, не на половине жизни, а как-то с конца жизни. И поэтому эти люди смотрят на жизнь совершенно по-другому. Вместо того, чтобы мне, 20-летний, 25-летний парень, который, преуспел в чем-то одном, начинает меня учить, как я должен преуспеть в том, хотя я не нахожусь в том положении, в котором он, но это чуть-чуть, согласитесь, смешно. Федор Федорович, у нас времени совсем чуть-чуть. Давайте мы подведем итоги сегодняшней темы. Что вы хотите всем на завершение этой программы пожелать или что напомнить, или вообще, что бы вы хотели добавить? Я хочу пожелать всем то, что я сегодня на Фейсбуке написал. Я не знаю, может, кто-то слушает, кто является моим другом на Фейсбуке. Я сегодня пожелал всем своим друзьям простых вещей. Не терять веру в веру. Не терять надежду на надежду. Не терять любовь к любви и не терять смысла в смысл. Мне кажется, что это очень сегодня актуально в нашей жизни, потому что мы где-то начали терять веру в то, что вера в Бога в этой ситуации нам может помочь. Мы где-то начали терять надежду на ту надежду, которую дарит нам Бог, причем, если читать Библию внимательно, то надежду Он нам дарил всегда в очень сложные времена. Да и вообще в хорошие времена надеяться на что-то. Всегда, конечно, есть место надеяться на что-то лучшее, да? Я бы хотел, чтобы мы сегодня не потеряли любовь к любви как таковой, потому что это очень важно. И чтобы в этой бессмысленности, которую мы наблюдаем, мы все-таки не потеряли веру в то, что у жизни есть смысл. Может быть, на каком-то этапе она нам кажется бессмысленной, но иногда даже бессмыслие является смыслом только по-другому. Вот этого я бы пожелал. Ну и, конечно, мира. Мира всем нам в сердцах, в головах наших. Ну и хотелось бы, чтобы... рано или поздно это, конечно, разрешится. Просто хотелось бы, чтобы это раньше разрешилось. Спасибо вам за то, что послужили. Спасибо за практические ответы на нужные на сьогоднішній день вопросы. Сьогодні у програмі «Богословські бесіди» із нами був реченець Федор Федорович, декан магістерської програми по трансформуючому лідерству і викладач богословських дисциплін Української Євангельської теологічної семінарії, що у Києві. Спасибо і з Господом. Да, спасибо. Ви слухали «Богословські бесіди». Спільний проект Світлого Радіо та Української Євангельської теологічної семінарії.